Очень приятно бывает зайти в параметры и, смотрите, центр обновления, требуется внимание. Ну, давайте посмотрим, что же там такое. А у нас тут аж целых три обновления, основное из которых, конечно же, это ноябрьское обновление KB5019961, и это обновление, конечно, ну, кстати, помимо вот этого ноябрьского обновления, есть еще пакетом .NET Framework и средства удаления вредоносных программ для платформы. Конечно же, как и обычно, что нового, да, улучшение исправления, да, просто улучшение исправления, содержит различные улучшения безопасности внутренних функций, вторник патчей ноябрь 2022, исправило 68 проблем безопасности, в том числе 6 уязвимостей нулевого дня, поэтому надо обязательно установить, включая все исправления, изменения, обновления KB5019842 или 22000.1165. Друзья, так что это обновление 22000.1219. Так что, друзья, радуемся, скачиваем и устанавливаем. Все как обычно. Обновления от Microsoft приходят так же часто, как и обычно. Единственное, нету Windows 11, для Windows 11, 22H2. Вот и все. Так что, друзья, не забывайте, скачивайте, устанавливайте. Ссылка будет на статью об обновлении в описании. Всего доброго, всем пока, до свидания.